Евгений Плющенко, 15-летний ученик Алексея Николаевича Мишина, хореограф Евгений Сережников. Евгений Плющенко, который завоевал бронзовую медаль в мужском одиночном катании. Фигурист, который свободно владеет прыжком в 4 оборота, но здесь в произвольном катании у него не все получилось. Однако это, конечно, колоссальный успех столь юного фигуриста. Дебютировал он на чемпионате Европы и сразу стал вторым. Дебютировал на чемпионате мира и сразу завоевал бронзовую медаль. Вот так же в прошлом сезоне выступил Алексей Ягудин. Забыл шляпу? Шапочку такую. Да, это самое яркое открытие в мужском одиночном катании, бесспорно, сезон этого. 15 лет и такое уверенное катание, мощное. Такой русский удалой рубаха-парень сейчас предстанет перед зрителями. Прыжки элементарно выполняет, что называется, почти с места. Конечно, работает школа в Санкт-Петербурге. Кстати, как он раскованный, артистичный, да. Я даже не ожидал, в общем-то, во время его выступления. Раскрылся по-новому совершенно. Во время выступления он так немножечко еще, ну, по-мальчишески, конечно, и угловатый, суховат. Несмотря на то, что программа у него просто едва ли не самая сложная в мире, владеет четверными, пожалуй, едва ли не лучше всех. А здесь, ну, просто
преобразился. Да, Алексей Ягудин, Евгений Плющенко. Не стоит забывать, конечно, об олимпийском чемпионе 94 года Алексее Урманове, который еще не сказал, конечно, своего последнего слова. Он восстановился почти, да? Да, он восстановился после травмы и в следующем сезоне планирует выступать. Все это ученики Алексея Николаевича Мишина. Все это воспитанники Петербургской школы фигурного катания, хотя Евгений начинал в Волгограде, но это было очень давно. Да, в Питере у нас очень много знаменитостей, которые сейчас выступают. Действующих звезд фигурного катания. Ха-ха, как приветствует его тепло, и он. Вызвали на бис впервые, никого еще не вызывали. Очень полюбился зрителям Евгений. Даже не верится, что 15 лет этому спортсмену. Хорошее качество. Уверен в себе, раскрепощен. Очень хорошее качество. Евгения Серёжникова, который принимал самое непосредственное участие в постановке программ и для Алексея Ягудина, чемпиона мира, и для Евгения Плющенко. Браво, Евгений. Действительно покоряет публику. Артистичный фигурист, очень артистичный. Не знаю, как называется эта композиция, но такого задиристого типа он сыграл просто великолепно. Приятно еще и то, что думая о зрителях, ну и подспудно, наверное, о том, чтобы завоевать авторитет, готовит специально, тщательно показательные выступления, в общем-то, серьезно относится к этому. Ну а сейчас земляки Плющенко и Ягудина. Спортивная пара из Санкт-Петербурга. Чемпион